Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Макс Тюб, и мы продолжаем проходить игру Cars Racerama. Серия номер 4. Да, номер 4, то есть то 4 серия у нас. И будем начинать нашу 4 серию с небольшой, наверное, гоночки, как я только что посмотрел. Как хорошо, что в нашей третьей серии я все прошел, ничего не проиграл, и не надо нам ничего в нашей четвертой серии повторять и проходить. Point to point номер 2. Посмотрел по кружочку, это, наверное, должна быть... Да, гонка. Так, кто там участвует? Фильмар, это точно не Салли. Фло, Рамон, какой-то пацанчик, Докатсон, сержант. Ну, я говорил, похоже, даже вы думаете, что это Салли, но это не она. Вы ошибаетесь. Кто помнит, вот, кто смотрел, конечно, играл, я проходил в первой серии, там было такое видео, где... Я победил первых этих пацанчиков в начале. И там была команда, появилась команда злейших врагов, типа Молнии Маквина, Шигикс, какой-то там Хаммер или кто. Вот они там были. И вот эта розовенькая машинка тоже была там, которая похожа на Салли. Так. Remember, kids, I'm a professional. Трасса довольно такая интересная, мне она тоже очень нравится, легкая, ничего сложного тут нет. Ну, может, только в начале можно там поблизаться. А так прикольная, мне нравится. Так, пока что я второй. Удивлен, что Фильмар второй. Он обычно такой медленный, ну тут в тачках я так посмотрел и знаю, что... Все машины, все тачки, они по скорости равны. Хотелось бы, чтобы они как-то отличались скоростью. Перепрыгнем. Нет, не перепрыгнули. Что, один круг? Даже не заметил. Да, вот один круг как-то получилось. И мы прошли. Так, первая молния, второй Фильмар, третий Док. Point to point номер 2 мы тоже прошли с золотом. Так, мы прошли. Что там было покрас, какие-то фло высвечивались. Нет, на колесо обозрения нам нельзя. К сожалению, плохо. Ну что же, давайте подъедем к режиму истории, к нашей звездочке. Вижу Road Race номер 2, тоже гонка. Road Race номер 2. И что же здесь? А это у нас тут обыкновенная гоночка. Тоже тут участвует много кто. Но больше этих всяких пацанчиков, как я их называю. Еще с первой трассы, с первой нашей карты. Там, где мы проходили в первой серии. Когда мы всю прошли за одну серию. Блин. Что-то я звездочек не словил. 5 кругов. 5 кругов. Это мало. Ну, потому что, во-первых, круги сами маленькие.
если бы они там были большие, тогда бы это так затянулось. Так, одну звездочку мы словили. И вторую словили, отлично. Блин, не достал. Так, далековато находятся. Комментатор, переведи, что ты там сказал, потому что я тебя ничего не понял, совсем не понял. Так, третий круг, сейчас будет четвертый, да? Четвертый круг. Так, и последний наш круг. Вот это гонка, класс. Вот это мне гонка нравится. Все. Мы победили, и мы на первом месте. И мы прошли с золотом. Gold Events Complete. За что 250 R? Просто за прыжок, посмотрите, нам даже дают. Вот, делаете прыжок и все. Можно такой круг делать, тоже прикольный. Так, вижу тут нам... Давайте заглянем в нашу карту. Карта на самом деле такая маленькая. Вижу тут нам две миссии, два задания даже доступно. Это режим сам истории, звездочка. И беленький кружочек. Как вижу я по карте, это Гвидо Карт. Ну да, как же в этом городе не провести Гвидо Карт? По-моему, номер 3. Да. Ну что же, давайте заглянем к нашему дружбану Гвидо. Гвидо Карт, гонка номер 3. Ой, подозреваю, что здесь будет... Только в Рязани у меня, потому что, во-первых, здесь маленькая трасса, ну, плохо тут проезжать, просто неудобно. Вот видите, толкают, везде ящики расставлены. 5 кругов, кажется, как мало, но для видео это много. Тянет Гвидо в правую сторону. Блин, я уже третий. Потерял свое коронное место. Уже второй. Так, вот тут используем ускорение. Yes, if you could really mean.
Лен, Луиджи, не подталкивай. Я же мой все-таки лучший друг для Гвида. Так, четвертый кружок. Я всегда врезаюсь. Неудобно просто Гвидо самим управлять. Он такой маленький, его так заносит сразу на малейших поворотах или там неровных поверхностей. Так. Блин. Меня теперь обогнали. Последний круг. Я должен хоть кого-то обогнать. Ну, третий. Это меня хоть тоже радует, хоть не четвертый и не последний. Но третий. И мы так получили бронзовый кубок. Ну, хотя бы хоть что-то. Так, и мы отправляемся к уровню миссии звездочки. Давайте вот так. Не получается перепрыгнуть. Ну ладно. Academy Challenge номер второй. Давайте пройдем. Давайте. Academy Challenge номер два. Так, я вижу здесь тоже, да, вспомнил Воночка. Тут все наши пацанчики. Ой, помню, как я эту гонку не мог никак пройти. Очень сложно мне как-то тогда давалось. Посмотрим, как сейчас пройдется. Я не помню, в каком я там режиме играл. Сложном. По-моему, сложном. Очень было сложно пройти. Страшно. Это мы играем на среднем. Да вроде как-то уже и легко. Блин, запрыгнул, но как повертело. Блин, я теряю свои места. А уже четвертый. Да и ладно, все равно тут два круга, и они, во-первых, и не маленькие. Что-что, Док Хадсон, плохо слышно. Проблемы со связью. О, какой прыжок, класс. Ну, пока второй. Remember, kids, I'm a professional. Thank you.
Да мы поняли, что ты Lightning McQueen. Блин, догоняют. Так, а ну-ка еще раз попробую. Да, получилось. Немного, по-моему, скоротил я дорогу до места. Прыжок. Класс. Блин, из-за этого я теряю место. Скоро финиш, а я что, буду вторым? Так не пойдет. Пойдет, когда я буду первым. Все, я не буду такие прыжки делать больше. Все. Они меня сильно заносят. Ну что, что? Хочу обогнать? Не получится. Все. Еще одно золото. Так, вижу еще одну звездочку. И куда же мы теперь отправимся? Не спешим пока что, просто у нас тут времени достаточно. Проедемся, просто осмотрим город. Друзей всяких, машин. Прыжочек. Так, а что здесь? Ничего. Тут мне нравится, прикольный такой мост, как будто. Так, а давайте сейчас заглянем к Рамончику, кому там, Луиджи Доку. Кому попалось, к Луиджи. Посмотрим, что здесь. Опять ничего нового. Ничего менять нельзя, понятное дело. И тут все нельзя менять. Ладно, выходим, все. Все понятно. Ничего нельзя менять к этому молнии Маквину. Так он есть такой. Ну что же, поехали к нашей звездочке. Вижу, сразу же гоночка намечается. Candy Sides Glam Tour. Ну посмотрим, что же это за тур. О, ладно, все, молчу. Better get used to those flash balls, Lightning. This is Candace's world, and we're just living in it. We love you, Candace. Candace, over here. Ее зовут Кэндис, по-моему. Lightning, the only problem you'll have is beating me on my home track. Тоже. Сейчас будем участвовать в главных гонках. Так, тут участвует Шикикс. Где он? Нету, наверное. Кэндис это или какие там?
Рождество участвует. Что ж, Кэндис, жди проигрыша. Так, гоночка тут состоит с трех кругов. Отлично. Ой, нет, нет, не отлично. Фло, аккуратней. Походу, важная гонка такая, если даже видео показали. Это очень серьезно. Вот, блин. Нам тут надо обязательно быть первым. Как мы можем проиграть этой Кэндис? Так, походу сейчас шестой. Уже четвертый. Куда она рванула, блин? Да все, я ее обогнал, и что? Я даже не переживал за свое место, где я там был шестым, четвертым. Медленно, медленно, Кэндис. Прыжок. Первая звездочка. Вот, блин. Что, хотели обогнать? Не получилось. И последний круг. Да-да-да, мы поняли, что ты говоришь, Молния Маквин, что ты профессия, но... Понятное дело. Вот это тоже классненький прыжок. Ого, как отстали. Ну, понятное дело. Со мной нелегко. Ну что же, победа.
So therefore, where that came from. Так, новые гоночки, новые покраски, модификации, шины, много чего там. Так, едьте к Маку. Так, походу мы уже даже прошли всю эту карту. Whatever you want, sweetie. I'll make the usual arrangements. Thank you, Daddy. Now I've got some shopping to do. You know how buying always makes my hurt go away. Out of my way, you parasites. Daddy just opened a slew of platinum accounts on Romeo Drive. And I plan on maxing out every one. Походу, она смирилась то, что она проиграла. Ага, seems a little upset. You know what's that too, huh? Походу мы прошли этот город. Это хорошо. Давайте заглянем там. Просто меню посмотрим, насколько мы прошли. Четвертую серию, потому что я третью не посмотрел, к сожалению. На 37%. Нормально. Все, отправляемся. Так, теперь надо вспомнить, куда мы отправляемся. Радиатор Спрингс, Минг Спидвей. Let's hit the road! Ну, отправимся так. Посмотрим. Так, что это там за звездочка? Это не маг? А, ну маг. Ага, вот. Санта, радиатор. А, может, наверное, можно только с радиатора Спрингса в другой этот город приехать, куда нам стал доступен. Ну, посмотрим. А, нет. Тут нам стали доступны очень множество новых уровней. Миссий. А ну-ка, давайте проверим, можно с помощью мака переехать. Санта, радиатор, Спрингс. Нет, не можно. Нельзя. Ну что же, давайте тут завершим наши все... Все уровни, все миссии. Так, что же это за миссия? Это трактор Стэмпейд. Нам придется шугать тракторов. Да. Шугать тракторов. Их надо найти, напугать, и все. Вот. Всего 10 тракторов. 3 минуты дали, чтобы выполнить это задание. Я думаю, это слишком много. Могли бы забрать от тракторов вот это время и добавить к Луиджи. Что, напугал? Нет. Так, 4 трактора напугал. 5. Отлично. Ха-ха. 6. Вижу еще 2. 7. Yep, that's why I'm here. Come on, the bolt. Watch the bolt. 8.
вижу еще один трактор. 9. И последний. Где же он находится? Прячется. Где-то я слышу. Это задание-то выполнимо, но придется поискать. Ага, вот. Все. А, вот, все. И мы это задание выполнили. Давайте, может, еще одно задание выполним и будем завершать. У нас есть еще немножко времени. Давайте, чтобы было побыстрее. По карте. Так, давайте. Нет, все-таки давайте будем здесь, поближе. Вижу здесь задание Луиджи, по-моему, или что? Будем сейчас выполнять. Сейчас посмотрим. А, нет. Давайте еще раз на карту. Вот-вот здесь. Фото-оп, номер 4. Так, теперь нам надо кольцо найти. Я уже догадываюсь в этой местности, где оно находится. И припоминаю, когда я проходил эту игру. Вот-вот, оно тут близко, вот оно. Сейчас будет, только нам надо разогнаться. Тут только одно место, где может быть такой трамплин. Все суперово. С какого ракурса? Ракурс? Нет. Так не. Нет, некрасиво. Давайте издалека. Пусть так будет. Ну давайте, говорите. Remember, kids, I'm a professional. Все отлично. Мы выполнили. Так, все, давайте будем завершать уже. Шериф Чейз мы будем уже проходить в следующей серии. И расскажу, что же это Шериф Чейз. Что это такое? Что это такое? Ну что ж, ребята, с вами был я, Макс Тюб. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Встретимся мы с вами уже в 5-й серии прохождения игры Cars Racerama. Все, ребята, пока!